Всем привет! Сегодня на обзоре Toyota Land Cruiser Prado 2017 года выпуска. Первый рестайлинг. Только забрали со склада временного хранения, только растаможен. Ждем заказчика. Автомобиль поедет в Хабаровский край, город Комсомольск на Амуре. Самый дорогой цвет — Снежная Королева, перламутр, 0,70 код краски. Комплектация одна из максимальных, TX Limited. Дорогая диодная оптика, ходовые огни, линза, темная фара, штатные туманки, штатные сонары, парктроники, штатные рейлинги, люк, оригинальные литые диски R17, Мишлен резина слабоватая. Задние парктроники, сонары, камера заднего вида. Бесключевой доступ. Кожаный салон с подогревом сидений. Электропривод сидений, соответственно. Кожаный руль, круиз-контроль. Подсветка, подогрев лобового зоны дворников, омыватели фар, старт-стоп кнопка. Зеркало заднего вида с функцией автозатемнения, датчик дождя. Люк управления в два положения, лапочки галогеновые. Магнитола нештатная, Panasonic Strada, USB выведен. Так, номер вот, а вот. Холодильник. Раздельный климат-контроль. Пробег 95 тысяч. Так, опционный лист. Семиместный автомобиль. Третий ряд электронный. Складывается у нас. Вот кнопки управления, соответственно. Так, номер лота 3650, уже открытый аукцион, номер кузова. Сверяйте, проверяйте, честно, аукционный автомобиль. По кузову незначительные царапинки, без замен, без окрасов.